Дело номер три, я думаю, обсуждать нечего. Именем народа я выношу приговор. Обвиняемый Давид Шуберт виновен в двух случаях повреждения имущества во вред обществу. Так как это не первое наказание, мы усматриваем в нем хулиганские наклонности. Посему он приговаривается к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Можете садиться. Вы слышали приговор. Хотите что-нибудь сказать? Господин Шуберт, хотите что-нибудь сказать? Команда Неро по-прежнему сильна. Где твой стажер? Не дергайся. Он уже здесь. Мне срочно нужно к врачу. Ахим, я больше тебя не отпущу. Сядь. Так, все. А красный? Привет. Встретимся на улице. Ладно. Что? Шухер, бери сумку и мотай. Стоять! Забери сумку. Ты куда? Состав. Thank you.
Полиция! Говорила тебе, не доставай здесь фотки. Ерунда. Тебя уже простые парочки пугают. Порядок. Ты чего вообще? Расслабься. Ладно, я пошел. Хорошо поработали. Потусуйся с нами. У меня и так с предками напряг. Не могу. Элиас, как жизнь? Какие планы? Это кто с вами? Новый стажер Давида. Стажер? Было так классно. Он хочет взять его с нами. Он нам помог в магазине. Продавец в магазине стройматериалов нас чуть не накрыл. Это что такое? Что? Очень крутой запах. Как жизнь? Привет, Давид. Ты что, педик, что ли? Иди ты к черту. Иди к черту. Все в порядке. Смотри, целая сумка. Еле от продавца в магазине смотались. Ты тоже взял? Ну, что я могу сказать? Посмотри. Тут у нас все есть. Я ее перебрасываю. Сам хватаю, чтобы перелезть. Тут он меня и зацепил. Вот черт. Да что ж это такое? Вы это видите? Великая смена власти. Смена власти? Что они о себе думают, эти АТЛ? Чего они выделываются? Смена власти. Тоже мне. Да я такой стиль даже на узкоколейке малевать не стал бы. Или на сафари-экспрессе в зоопарке. Какие-то проблемы? У меня проблемы? Ты еще не понял, что твоя команда дерьмо? У тебя, малыш, вообще команды нет. Весь город смеется над вашим унылым старым стилем. Погоди, старик. И больше всего над тобой, малыш. Да пошел ты! Тихо, тихо! А ну-ка, остынь! Заткнись! Ты-то что лезешь? Твой стиль еще пару лет назад устарел. Ты так думаешь? Подожди до утра. Подождем до утра.
Давай, фоткай. Ну, круто. Отель отдыхает. Не понимаю, как можно забыть вставить пленку? А ты в прошлый раз маски забыл взять. А я не забыл. Ты их брать не захотел. Не так близко. Состав выезжает в 11.46, в 12.33 на станции. В 12.15 встречаемся здесь. Хорошо. Пока. Ты чего? Его спроси. Идиот. Почему сразу идиот? 12.15 на точке. И Тино, я забыл или пленку, или фотик. Пока, Тино. Тино! Почему у тебя блэкбук? А с ней-то что? Я говорил не таскать ее с собой. А что будет? Если тебя с ней заметут, расслабься. Эльгарой тебя ею отымеют. Я могу ее заспиртовать или на вертолете. До тебя не доходит. Я оставлю ее дома. Кингс. Ахим. Ты еще спишь? Уже почти 8, ты опоздаешь. Одну пряную, одну обычную? Да. Приятного аппетита. Спасибо. Следующий. Тина, у меня такая зоопарка. Я просто тебе кое-что принес. Тамара. Тамара. Ладно, я вечером иду в Калифорнию. Придешь? Так или иначе. Дина, готова? Ты брал мой дезодорант. Это уже третий. Я куплю тебе новый. Обещаешь? Обещаю. Он готов? Не совсем. Не совсем? У Элиаса. Я знаю. Послезавтра. Я знаю, сделаю, что смогу. Ладно. Завтра купишь мне дезодорант, иначе будешь для Элиаса все сам делать. А ключ? Что бы ты делала без брата? Ну да. Привет, мам. Привет. Поцелуй папу. И где ты был? У Давида. У Давида, ясно. Иди ко мне. А здесь как сделать? Как дела? Все хорошо? Ясно. Письма не было? Было, но не то, что ты ждешь. Опять штраф за безбилетный проезд. По суду соскучился. Я хотел дать им чужое имя, только с датой рождения ошибся. Черт. Купи проездной. Не буду. Эти буржуи от меня ни гроша не получат. Держи. Они нас обманывают. Возьми. Не буду я покупать проездной. Возьми. Ладно. Куплю себе что-нибудь. Пойду прилягу. Завтра в 7:30? Что в 7:30? Кенни, ты заберешь его у меня в 7:30. Ты сказала, на следующей неделе? Да, как всегда. Войдите. Секундочку, я пока занят. Давид! Привет. Ты тоже у него? Да, я не понимаю. А знаешь что? Что? $1 триллион.
Им нужен модуль. Его перестали делать. А что с Сатурном 13? Самая хитроумная машина на свете. А чертежей нет? Я говорю, вы что? Кто мне такое захочет продать, тот на Луне не бывал. Новые ботинки нужны? Нет. Сотовый? Нет. DVD? DVD-плеер? Чувак, я на мели. 50 тысяч евро. И только за покраску. И как ты это заплатишь? И это не единственная твоя проблема. Займись чем-нибудь. Получи специальность. Таково условие отсрочки. А может быть... Пойми правильно. Мой долг — помочь тебе. Но если ты этого не хочешь, без проблем. У меня голова болеть не будет. Я скажу судье, что тебе плевать, тебя упекут на полгода. Но если хочешь, я поговорю с другом. Он преподает в Академии художеств. Зачем мне это? Все, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Привет. Мы на вокзал идем. Привет, Давид. Ты когда заканчиваешь? Вот черт. Привет. Как все? Привет. Приветствую. Салам алейкум. Привет. Есть хотите? Вот, попробуйте. Вкусняшка. Пока, отец, спасибо. А кто работать будет? У меня отпуск. Какой отпуск? Отец. Ладно, ладно. Счастливо. Это мамины духи? Equal Nero, а справа плюс один. Просто супер. Когда смотришь, прямо по глазам бьет. To hard, to stop. Ту пишется с двумя О. Слишком крут, чтобы остановиться. У тебя же отец американец. У меня отец сволочь. Ну и что? Погоди, а это? Это я на прошлой неделе нарисовал. Уже через день покросили. Это Стэн, он с Атилой тусуется. Друг Тоби. Мелкий фанат брит-попа. Бывший парень Тамары. Это бывший хлыщ Тамары? Да. А вон Давид. Черт. Как там наш поезд? Поезд уже едет. Да что поезд? Давай устроим акцию. Сделаем весь состав. Что? Чувак, они же повесятся. Забудь. Эти АТЛ забудь. Слишком опасно. Давид, вот новый эскиз. Не здесь. А у теней здесь неправильные углы. Тут, тут. А так вообще неплохо. Делаешь успехи. Когда я пойду с вами? Еще слишком рано. Но ты пойдешь. Уходите. Уходите, Тино. Легавые, легавые идут на платформу. Тино! Давид! Тино, легавые! Прием, поганый поезд подъезжает. Черт, легавая. Добрый день, господа, предъявите документы. А в чем дело? Документы? Да мы просто сидим, ждем поезд, как все остальные.
Никаких проблем. Предъявите документы, как всегда. Уже поезд нельзя подождать. Вам заняться нечем. Постоянный вид на жительство. Поздравляю, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вот, спасибо. 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 Посмотрите на меня. Спасибо. Вам спасибо. Все в порядке? Достаньте все из карманов, откройте рюкзаки. Что за предъявы? Вам делать нечего? Вам что, скучно? Развлекайтесь, к школьникам пристаете. Что вам надо? Только и можете, что в чужих вещах рыться. Тихо ты. Что вам от нас нужно? У нас есть права. У вас вообще все дома? Хочешь меня обыскать? Ну, давай, давай. Подержи. Вот. Что мне с этим делать? Где ты был прошлой ночью? Пленки там нет. Посмотрим. Ты смотри. Фоток нет. Повезло вам. Черт. Вот черт. До свидания, господа. И ничего не засняли? Что я тебе говорил? Поезд не сфоткали? Ладно, ничего не случилось. Если меня на чем-то поймают, я сяду. Ладно тебе. Пошел ты. Давид, ищи себе другого напарника. Достал ты меня. Что? Весь вагон целиком. Плевали на закон. Черт! Вот погано-то. И все это видели. Сделаем весь состав. Что? Этой ночью. Лиговые сейчас на стреме. Весь состав. Я знаю надежное место. Нет такого места. Тогда сиди дома. Это для камикадзе. Нас всего трое. Четверо. Ахим пойдет с нами. Поможет с заливкой и с фоном. Круто. Элис, ну ты чего? Тебе-то что? Ведешь себя как ребенок.
Кто знает, кто он такой? Он вообще молчать умеет? Ахим в порядке. Как тот, из-за которого у тебя второй приговор? Он-то здесь при чем? Что он вообще сделал? Это не игрушки. Еще недавно ты сам ходил у меня в стажерах. Но мы втроем. Мы его не знаем. Ахим абсолютно надежен. Ахим пойдет с нами. Не будь у него таланта, я бы не стал его учить. Ахим с нами, ясно? Ясно? Up in the spot with my mans and them. Got brew, got pot, got plans to win. Doing them big things, got an eye to the faces. About to hit trains, got us bombing the pages. Writing exact, time is tight, despite the fact that we ain't commissioned to write. Still gotta let the paint spray. It ain't nothing that they can say. Nor, due to the crew, this is what we do. Yo, society, it's our city too. Remember that while we painting the town. A masterpiece is only what the whole train is about. Check the joint, son, I had crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Crazy vision, crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Crazy vision, crazy vision. That's the grand agent. That's the grand agent. Yeah, I can see it in my mind's eye. Clearer than the day out of the sky. Papa? Papa? Мы с Рюдигером математику делаем. Нет, я не пил. Бабушка и дедушка, сегодня? Ну что? Сейчас. Пойду спать. Устал. Завтра контрольная по математике. Ты хотел нам сыграть? Опаздывайте. Все в порядке? Где твой стажер? Спасибо. Я иду спать. Да уж, надежный. Он придет к последнему поезду. Тино! 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 Сволочь! Тино, ты с ума сошел? Времени нет. И легавая тут. Закрусил мой рисунок. Кто это вообще такой? Что ты о себе думаешь, сосунок? Нашел время, да? Да это его работа. Уймись. Легавые смотрят. Ты что? Держи дверь! Черт! Дерьмо! Ну, его нет. Ахима нет в поезде. Ты ему звонил? Он недоступен. Нет. Я так и знал. С самого начала знал. Когда шло до дела, так этот маленький богач наложил в штаны. Я с первого взгляда все про этого додика понял. А ты мне не веришь. А теперь что? Что там? Ну, поехали уже. Чего не едем? Из-за технических неполадок движение поезда на некоторое время приостановлено.
Чтоб ему... Невероятно. Он с нами, ясно? Все в порядке, успокойся. Все не в порядке. Дерьмо. С нами, мистер, правильно. Давид всегда, всегда прав. Дерьмо все это. Тино! Пошли! Тино, пошли! Имели мы вас. Мы выглядим как идиоты. Сделаем это завтра. Выкатили свои предъявы, а сами ни черта не можем. Завтра все сделаем. А теперь? Калифорния. Крутая вечеринка. Что? Чего? Влюбился, да? Тамара. Слушайте, Тамара, она меня пригласила. Она тебя пригласила. Втюрился. Она меня пригласила. Ясно? Вы чего здесь болтаетесь? Это общественное место. Имеем право. Мы уже уходим. Вечно они докапываются. Тина, уймись. Мы уходим. Идите, идите. Чего докопались? Нам проблемы не нужны. В чем дело? Отпустите его. А ну-ка, тихо. Ты чего? Успокойся. Отпусти меня. Отпусти его. Я вообще ничего не сделал. За что вы его? Без вас разберемся. Давайте поговорим. Что он сделал? Мы просто тусовались. Он ничего не сделал. Ничего же не было. Вы чего? Черт. Как же так? Молодец. Молодец. Ты хоть раз можешь заткнуться? Теперь ему из-за тебя достанется. Дурак. Они просто пробьют его по базе и отпустят. Элиас! Заткнись! Элиас! Адрес? Келлерштрассе 3. Привет, Давид. А теперь какими судьбами? Оскорбление полицейского, сопротивление, нанесение травм. Мы шли с вокзала. Закончишь, пошли его ко мне. Почтовый индекс. Что? Привет! Если бы японцы когда-нибудь были на Луне, им бы не был так нужен этот телескоп. Мы зададим тебе пару вопросов. В твоей ситуации глупо будет отмалчиваться. Вряд ли я смогу вам помочь. Я с ними уже не тусуюсь. Все просто. Или ты поговоришь с нами, а мы потом с коллегами из патрульной полиции, или у тебя возникнут проблемы с отсрочкой. Ты ночуешь здесь, а утром в тюрьму. Все просто. Итак, начнем.
АТЛ, КСБ. Совсем новые. Как тебе это? Ничего. Ничего? По-моему, супер. Это не супер. Вот супер. АТЛ работает лучше. Совсем другая лига. Стиль сложнее. Брехня. Ты кого-нибудь знаешь? Я никого из них не знаю. А про него что скажешь? Я с ними больше не тусуюсь. В последний раз. Или мы договоримся, или тебе ничего не светит. Просыпайся. Тина, просыпайся. В чем дело? В чем дело? В твоем сыне, кретин. Я жду за дверью. О, черт. Черт. Посмотрю, как там стирка. Мне письмо не приходило? Что? Когда он тебе в последний раз писал? Ты злишься, что он снова женился? Как скажешь. На. Привет. Подгузники, соски, еда, все в сумке. Хорошо. И завтра принеси его не поздно. Завтра? Да. Я приду завтра утром. Но вечером я не смогу. У меня дела. Я не могу. Я его не возьму. Я встречаюсь с Тони. Вечером я уйду. Как так? Можешь идти. Благодари моего коллегу. Я бы тебе не дал гулять. Михи, погоди. Да? Дело Крэмера не могу найти. Крэмер? Сейф с делами, средняя полка. Может, Диди его забрала? Еще увидимся. Полином в n степени делится на кратную степень. А числитель... Мама? Ахим, насчет твоих прогулов. Поиграй пока. Я скоро приду. Мне это взять? А тебе не нужно? Ты ни на кого не настучал, Дэвид. Оставь его. Он не в духе. Нужна ему твоя псевдотерапия. Что это? Это наш поезд. Клево-то как.
Откуда это? Где ты это взял? Старик, откуда это? У легавых стащил. Ты стащил их у легавых. У легавых стащил. Класс! Нужно найти кого-нибудь, кто сегодня возьмет Кенни. Тогда будем в деле. Тина, я... Я сегодня... Кто это? Без понятия. Кто это? У легавых стащил. Подумать только. Дай сюда фотки. Ты чего? И траву уберите. Черт. Уберите все. Все, все, быстро. И пепельницу. Хорошо, хорошо. Все в порядке. Тихо, 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 тихо. Привет. Простите, что так вышло. Невероятно. Он еще и заявился сюда. Ты где был? Что за игры? Из-за тебя единственную фотку нашего поезда выкинули. И мою траву. Давид дал тебе шанс, а ты что? Родители в 9 отправили в кроватку? Нет, 8:30? Все не так просто. Не так просто? Сколько недель просился с нами, а сам не пришел? Ты чего? Тино. Тино. Да? Займись малышом. Иди к папе. Ну вот. Сейчас все уберем. Как ты мог забыть надеть ему подгузник? Ну, бывает. Его размера не было. Надеюсь, это подойдет. Моя мать его точно не возьмет. Ясно. Ладно, 49,50? Ну и цены у вас. Ты можешь его в туалете запереть? Одну ночь-то он потерпит. Да не Кенни, придурок. Твой питбуль. Надо мне паузу взять. Что? Взять паузу. Как это тебя нет в городе? Я тебе на домашний звоню. Невероятно. Возьму его с собой. Что? Да. Нельзя брать ребенка. Можно. Я его знаю. Он спокойный. Он все время будет спать. Порядок, старик? Мюллер, празднуем мы завтра. Но ничего. Слушай, нельзя брать ребенка. Я своего сына знаю. И вот еще что. Этот телескоп никогда не построят. Не получится. Им нужен новый адаптер. АТЛ рисует под мостом. Что? На нашей стене? На нашей стене. Прямо на нашей стене. Тино. Тино, ребенок. Дай малыша возьму. Тино. Тино. Ты что устраиваешь? В чем дело? Это наша стена. Забирай свою пудреницу и катись отсюда. Вас и так уже закросили. Я 15 банок сюда всадил. Ладно, остынь уже. Это наша стена. Это мой рисунок. Гони мне 15 спреев. Хватит уже, тихо, успокойся. Успокойся, ты что? Что с тобой? А ты? Что ты забыла с этими уродами? Я тусуюсь с кем хочу. Один раз трахнул и думаешь, что мы поженились? Один раз трахнул? Да. Шлюха ты. Да пошел ты. Вот именно. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, Педик?
Что ты мне сделаешь, Педик? Заткнись и не воняй. Тино! Твой стиль устарел, малыш. Займемся теперь другой стеной. Тино! В чем дело? Что здесь происходит? Своего друга спроси. Тино. Тино.
Поезд. Там кто-то был. Где? Какой-то шум. У тебя паранойя. Держи себя в руках. Собака, наверное. Легавые. Легавые. Сматываемся. Легавые. Стоять. Убегайте. Черт. Стоять! Не с места! Ахим! Ахим! Все в порядке. Пошли. Черт! Тина! Ахим. Он в полиции. Что? Ахим. Он с легавыми треплется. Что ты несешь? Что ты такое несешь? С легавыми? Это все, что пришло тебе в голову? Хватит уже напрягов. Успокойся. Приди в себя. Бредишь уже.
Пока. Ахим. Час на озере. Люблю я эту свежесть. Боже, какая фигура. Давид, нам на сегодня хватит красного? Давид, прием. Красного хватит? Я не пойду. Что? Как не пойдешь? Сегодня. И вообще. Прикалываешься? Нет. Ты нас бросаешь? Бросаешь команду? Ты видел рисунок от Эл? Не начинай. Они получат королевский статус, вечную славу. Все видели их художество. А что они на стене намалевали? Это же мега-супер. Мы рядом с ними как первоклашки. Если мы теперь не разрисуем весь состав, можно идти на курсы рисования, состязаться с домохозяйками. Давид, мы уже 3 года вместе. 3 года. И ты нас бросаешь. Где твое чувство ответственности? Чувство ответственности. Ты своему сыну подгузник надеть не можешь. Да иди ты. Иди к черту. Мы с твоим отцом подумали насчет тебя. Мы записали тебя в неплохой интернат. Вы что? В очень хорошем месте. Ахим. Это в старом корпусе Академии. Профессор Кульман. Вот его телефон. Скажи, что от меня. Он сразу назначит встречу. Захвати пару своих работ. Хорошо. Спасибо. Привет. Привет. Привет, милый. Кенни. Я пойду. Давай. Пока. Пока. До скорого. И тут налетели легавые. Со всех сторон. Давид, Ахим, Тина и я. Мы как рванули. Привет. Все в порядке? Спасибо. Тина уже пришел? Пока нет, но скоро придет. А дальше? Я побежал. Я думал, что ребята... Вот. Ахим! Подержи. Все в порядке? Бери, что хочешь. Давид там. Можно я поживу у тебя?
Да, старик. Привет. Ну? Готово? Показывай. На кой черт, Элиосу? Это клякса. Не показывал тебе эскизы. Не буду я это дарить. Черт. Дина, прости. Это я сгоряча. Я всю ночь с ним провозилась. На пальце смотрится намного лучше. Элиас так обрадуется. Смотри, какое классное. Я ведь его не примерил. Клево. Я сделаю свои дела, встретимся дома и пойдем на вечеринку. Хорошо? Хорошо? Ладно. До скорого. Спасибо. Ты властелин колец. Привет, мам. Я занята? Нет, он ушел. А что? Домой. Полиция? Черт, я ему позвоню. Черт. Тина, подожди. Совсем чокнутый. Привет, Тина. Я давно тебе не писал, отец. Вы кто? Я здесь живу. Мама, что случилось? Что вы здесь делаете? Это моя комната. Кончайте рыться в моих вещах, вы не имеете права. Да прекратите же вы. Не кричите. У нас есть ордер на обыск. Мы должны обыскать каждую комнату. Это моя комната. Каждую комнату, куда заходил ваш брат. Если вы не успокоитесь... Не орите на мою дочь. Мой коллега запрет вас в машине. Вот ордер на обыск. Вы скажете, наконец, что натворил мой сын? Предъявите билеты. Проклятие.
нашли на месте преступления. У вас есть документы? Что-нибудь с вашим именем? Нет. Придется выйти для уплаты штрафа. Отлично. Ты уже две взял. Чувак, Давид! Давид, звякни Тину, спроси, где он. А то ему бифштекса не хватит. Он свой сотовый потерял. Позвони ему домой. Ты его будешь? Да. Все в порядке. Рад тебя видеть. Пиво хочешь? Да. Твое здоровье. Ну что там? Опять тёлки с его бывшей? Давид. Тино. Что с ним? Несчастный случай. Что? Какой несчастный случай? Он ранен? Я уж испугался. Так он придет? Давид. Давид. Мама. Это отец ему подарил. Thank you.
Кажется, Тина брала у тебя свитер. Пошли. Это не важно. Нет, пошли. Такой беспорядок, ты же его знаешь. Посмотри, это твой? Давид? Да. Сюжет немного узок. А здесь несколько графично. Но динамика очень интересная. Например, светлые участки. Вот этот контраст темного и светлого. И оттенки проработаны детально. Это с точки зрения композиции замечательно. И технически очень зрелая работа. Или вот здесь напряжение между пространством и противоположным. Господин Шуберт, ваша работа. Тино, покойся с миром.
В фильме снимались Микки Адлер, Флориан Рейнер, Элиас Мбарек, Якоб Маченц и другие. Оператор Кристиан Райн, композитор Флориан Гак, продюсеры Кристоф Мюллер, Свен Бургемайстер, автор сценария и режиссер Флориан Гак. Check it out, yo, yo, yeah, how we do it one time, yo, do you want it? Yeah, designs are wild style, painting vivid pictures, bringing the new year, you want it? Yeah, illuminating the frame, I pledge allegiance, paying homage to the game, do you want it? Yeah, designs are wild style, painting vivid pictures, that's right, bringing the new year, you want it? Yeah, illuminating the frame, I pledge allegiance, paying homage to the game. Some dedication, move like a ninja on the boulevard, scope the area, bomb shit hard, exploring my craft, expedite the expedition, you a paradise, illustrations of a mathematician, yeah, never switching my position, redefining of the culture, and when I speak with the art, throwing up the burners, I'm blessed with the passion of Christ, every stroke to my lines, I'm ready to bomb the Great Wall of China, if I sit back, and I only had the time to, whatever's clever, pins the fat caps and markers, yo, rap and show like the new age of Van Gogh, I was born to be a writer, with the soul of a fighter, paying my dues. Pulling the all nighter, yeah. Hip hop and graffiti wizards, more sides in the prison. Blow up the set, painting from their feelings. Do you want it? Yeah, designs are wild style, painting vivid pictures, bringing the new year. You want it? Yeah, illuminating the frame. I pledge allegiance, paying homage to the game. Do you want it? Yeah, designs are wild style, painting vivid pictures. That's right, bringing the new year. You want it? Yeah, illuminating the frame. I pledge allegiance, paying homage to the game. I'll do anything, like put my name in lights. I put every part of my soul in whatever I write. I guess it doesn't really get much better when a masterpiece that you see comes together. It's a graffiti writer's love for the landscape
and ideas of the mind comes in colors and shapes. It's the vision that'll foremost bring them into reality, and let the finished product speak for itself and speak proudly. 1 billion years never enough when you push forth the culture and know they couldn't touch ya. Futuristic b-boys, new wave hieroglyphics, attack the train yards, so feel the ballistics. That's right. Hip hop, come alive. Graffiti wizards, yeah, that's right. Do you want it? Yeah, designs a wild style, painting vivid pictures, bringing the new year. You want it? Yeah, illuminating the frame. I pledge allegiance, paying homage to the game. Do you want it? Yeah, designs a wild style, painting vivid pictures. That's right, bringing the new year. You want it? Yeah, illuminating the frame. I pledge allegiance, paying homage to the game. There I go, there I go. I'm putting up my tag, yo. Nothing can stop my rights, though. Ushers of the new millennium, urban aesthetic. My fit is embedded in the art forms of Elec. It's more than a favorite pastime, it's something I cherish. Marking the beast, trying to stop my lingo. Footsteps got me in limbo while dodging my vertigo. There I go, and there I go, and now I'm ready to roll. Push up my sleeves, grab my can. Do my thing, yeah, it's all that I can. Push my intentions to unfold, dodging a man. Building my life and spray it out of spray can. I do my thing often at night. Popping off my spray cans too right. I wear my ski mask real tight. KSBATL, make it right. Do you want it? Yeah, designs a wild style, painting vivid pictures, bringing the new year. You want it? Yeah, illuminating the frame. I pledge allegiance, paying homage to the game. Do you want it? Yeah, designs a wild style, painting, paying homage to the game. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. Режиссер Марина Иващенко, звукорежиссер Евгений Сгодов, перевод Юрия Сербина. Текст читали Ольга Кузнецова, Игорь Тарадайкин.